Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня трэш, у нас сегодня тестовый аккаунт, и мы сегодня начинаем уже наконец-то фармить кошмарочки гарнизоном. Это видосик про гарнизон, возможности гарнизона. Мы идем к восьмым кошмаркам. Пока-пока. Так, опять эта монетка устарелая. Вот такой вот у нас состав. Тыковка. Бочка, танк наш, ангел, тритонище, купидончик, ледяха для замедления, в принципе, весь наш состав. 6 героев, то есть купидончик и тыковка для заряда, остальные для убивашек. Так, магия у нас есть. Магия у нас не прокачанная полностью вся, ну, в принципе, нам этого должно хватить. Так, мы качаем сейчас заморозку. Здесь мы все подземки прошли. 630. Поехали допроходить первую кошмарочку. Будем пробовать трешевать. Стартуем, как обычно, с бочки. А потом выкидываем всех остальных. Вот, посмотрите на тритона, что он делает на ускорялке. Надо, наверное, и вот ледяха, видите? Вот для чего ледяной? Для того, чтобы просто тупо заморозить на подземках и дальниками выбить. Ой, это одна из любимых подземок стареньких. У нас, кстати, таки нету смотра. Мы бегаем без смотра. Вот смотрите, как он замедляет. Насколько проще проходить. Просто ледяной дьявол. Подземки проходятся вообще на изи. А ну, надо пробовать заходить с тех сторон, где нету героев, чтобы они зарядились. Вот ледяха сработал, и все. Чем больше у нас будет срабатывать, чем чаще, тем больше он их замедлит. То есть у него нету, по сути, кулдауна. То есть если вы поставите сюда Вальку, поставите Афину, он просто тупо заморозит так, что нереально будет им добежать. Так, рыцари, давайте попробуем через рыцарей. Вот, отлично вообще. Просто налегке. Так, поехали дальше. Тритон, конечно, вот если бы не было тритона, было бы сложно убивать, так как тритон у нас круче, чем Анубис. Он наносит урон без кулдауна, то есть он наносит урон, да, не такой, как Анубис, там Анубис процентуально бьет, но этого вполне хватает. 100 целей, максимальный дамаг, это при том, что мы сейчас проходим без магии. То есть такая вот сборка 13-13 позволяет 100 целей бить 90, поменьшает отхил на 99% и 250 от атаки наносит. Соответственно, на разгоне он выбивает дофига урона. Так, пробуем. Ай, стек выстартанул, да ладно. Ангел подхилит, если что. Вот смотрите как. Чик-чик-чик, замедление сработало, и тритон просто на разгоне один раз нормально ударил, и все. И на этом все закончилось. Плюс ледяха тоже бьет. Стартуем с бочки. Давайте отсюда стартанем. С друидика. Вот смотрите, как они замедляются. Самый такой имбалансный состав для подземок. Это пока первое, сейчас дойдем дальше. Там дальше у нас начнутся и тотемы и прочее. Дальше будет веселей. Но пока, как видите, нету Анубиса, качайте тритона. Как-то быстро мы пролетели прям первую кошмарку. Попробуем тыква с одной стороны, все остальные с другой.
Ух, проседают. Ну, тритон, конечно, на разгоне это жесть. Вот налегке мы за первую кошмарку полностью фул прошли на 3 звезды. Поехали, вторая. Ой, это одна из любимых кошмарок для многих. Попробуем отсюда стартануть. Стартуем с бочки. Внимательно смотрите за героями. Сейчас тритон. Вот тритон ударил, все. Сразу же все герои минуснулись. А сколько раньше мы мучились над этой подземкой? Это просто капец. Сейчас нормально прокачанный гарнизон. Реально творит чудеса. Вот центр весь замедлился, тритон подбежал, один раз ударил. В принципе, этого хватает вполне, чтобы на таком разгоне ушатать всю подземку. Ай-яй-яй, тритона слили. Это у нас так ледяха долбит, походу. Походу, да. Так, это тоже когда-то, помню, здесь тоже мучился долго. Так, стартуем с бочки. Бочка у нас хорошая. Можно ее свободно танковать. Вообще песня. А был бы еще смотритель, а была бы еще магия, я думаю, без проблем бы это все бралось. Ну, как видите, тут можно без магии, без ничего, просто вот так вот бегать. Ух ты! Нифига себе! Это было жестко. Поехали. Так, стартуем с бочки. Так, замедление сработало. Где разгончик? Нифига себе, посмотрите, что Букрома творит. Обалдеть. Просто жесть, ребят. Ну, пробуем, пробуем. Так, давайте через Минотавра забежим отсюда, попробуем. А, и мы там всех потянули. Так, зарядили мы Минотавра немножко. Вот, отлично, пошел разгон. Ах, как замедление красиво работает. Просто кайф. Эти замедленные герои, они ничего сделать не могут. Просто тупо стоят на месте. Отлично. Тут сверху стартуем тоже с бочки. Это тоже, кстати, одна из интересных подземок. Так, ну я стартанул с тыковки. Для разгончика более сильного. Вот, посмотрите, как она проходится. Это просто жесть. Блин, сколько раньше мы мучились над этими подземками. Да уж, действительно, зачем Анубис, если есть тритон налегке? Так, кошмарка 2.9. Замедление просто чудесно. У меня тут с ближником получается только бочка. Ну и тритон. Ну, тыква сама по себе, она и так атакует.
неплохо. Ай-яй-яй, тритона слили, но это, в принципе, не беда. Есть ледяха, которая подстрахует. Кошмарка 2 пройдена, ребят. Просто налегке забираем самики. Ну, мы немножко потеряли героев, конечно. Блин, еще третью попробуем. Будет, думаю, посложнее нам. Сейчас проверим это. Дальше уже станущие башни будут. Их все больше и больше. О, первые просадочки. Но это нас все равно не останавливает. Так, потеряли опять тритона. 3-1. Налегке как-то. Вот в большинстве случаев, если у вас нету топовой тыквы, стартуйте именно с ее. Кидайте магию, стартуйте с тыквы. Башни ее разгонят очень быстро. Поэтому, если у вас берс, это не проблема разогнаться. У меня здесь она, конечно, с исцелением. Но с берсом никаких проблем тоже не будет. И берите Купидона. Многие спрашивают, зачем ты берешь Купидона, для чего он? Он для зарядки героев. Он для зарядки тыковки. Вот посмотрите, как они вместе заряжают. Влад Дракула, просто тыква, он вражеская, просто зависла. Так, опять у нас тритон слился. Кошмарка 3-4. Стартуем отсюда. Смотрите на героев сейчас. Единственное, этот Атлант еще так не замедлился сильно прям. Так, хорош. Кошмарка 3-5. Давай. Ну, в принципе, можно из бочки стартовать. Есть проблема. Бочка даже получше держит. Смотрите, как-то налегке проходится пока что. Так, 3-6. Ой, это тоже одна из таких мучительных, я помню, кошмарок. За счет того, что здесь станущие башни, это реально было сложно проходить. Но сейчас мы просто... Посмотрите, что делается. Бедный друид остался. Это тоже такая не очень сложная, но просто налегке все берется. И не надо никакой магии. Главное, хорошие баферы. Так, зря я стартанул с тыквы. Сейчас нас шапка может одним тыком ушатать. Вот тыковка пропала. И посмотрите, без тыквы сейчас будет. Хотя, в принципе, они могут и без тыквы справиться. Подхилы есть. Единственное, чтобы железка закончилась. Они добили, успели добить. Видите, такого разгона нет. Вот, все, ледяха. И все, сейчас нас сольют просто. Вот что значит тыква на подземочках. Опять зависло. Да, через шапку не вариант, лучше уже отсюда где-то стартовать. Ух ты, тритона развалили нам. Это не беда, у нас есть ледяха. А и тыкву развалили, нифига себе, посмотрите, что делается. Так, поехали. Откуда так стартануть? В принципе, можно и через Атланта старт взять. Почему я так выкинул? Чтобы тыковка получила сейчас заряд от Купидона, быстрее разогналась. Ну все, тут налегке. Так, тут
стартуем через Купидона. Надо было точно так же дальше выкинуть всех, ну да ладно. Так, Ангел Текова минус. Не хватит нам Сальюмас. Ну, видите, уже посложнее. Третья уже дается сложнее намного. Это ненадолго. Делаем вот так вот. Сейчас разгончик получим. Тритонище, да? Жесть. Вот видите, что творится без Тритона. Герои не дохнут так быстро, как хотелось бы. Так, ну все, последнее 3.10. Бочка, Тритон и давайте и тыковку. Попробуем такой вариант. Тритона слили, видите, нету отхила у нас. Ну, посмотрим, что сможет тыква с бочкой. Бочка держится круче тыквы. Бочки, посмотрите на эту бочку. Это просто жесть. Конечно, там отхила нет. Но бочка реально. Бочка реально кайф. Так, окей. Разгоняемся. В принципе, без разницы, откуда выпускать. Нифига себе. Вот это так мы разогнались. Ладно, сделаем такой вариант. Подальше выбросим, чтобы Купидон уже всех сразу зарядил. Тыковка пока добежит, было заряжено. Ну, давай. Все, пошла жара. То есть чуть-чуть дальше, чтобы Купидон не сразу использовал свой скилл, а сразу, когда ударит, апнул всех. Вот так вот первых три у нас пройдено. Смотрим награды. 100. Там было на прошлой 95, по-моему, да. 115 сразу же. И сколько? 130. 130. Вот так вот. Первые три кошмарки, как видите, мы за минут 15 просто ушатали. Налегке. Все, пишите комменты, ждите дальше трешечка с гарнизоном. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.